И всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дмитрий Розмис. Сегодня будем продолжать играть в игру под названием Roblox. Давненько, очень давно у нас не выходило видео по Роблоксе. О, это что такое? Мы сегодня играем в режим под названием Пигги. Что-то у меня со мной не так. Явно не так. Мы в какой-то комнате ожидания. Так, и это Пигги. Режим, где у нас свинка Пеппа стала фанаткой Гренни и решила ловить людей в Roblox, закрывать их и делать такой же квест, как и у бабули. Я немножечко пошпилил. У меня здесь есть 40 разных валют. По-моему, тут еще можно было какие-то промокоды вводить или что-то типа того. Ну ладно, мы сейчас будем играть. Нажимаем play. О, я заспавнился. У меня такой вот скиночек интересный. А, вот. Такой не... Ну, не... Не то чтобы неинтересный, но такой вот обычный скин. Обычный скин. Так, я вижу этот дом. И этот дом очень необычный. Давайте мы себе немножечко увеличим камеру, чтобы я мог нормально видеть, что это такое. Я что-то подобрал. Ладно, приседаем. Куда это я? Не могу проникнуть. Что я тут? Не могу. Интересно. А тут я могу присесть. Тихо. Чего не могу пролазить? Туннельчики. Так, ладно. Откроем. Может мне вообще камеру вот так вот увеличить? Давайте так пока что. Ой. Ой-ой-ой. Нет! Меня Пигги поймала. С первой же минуты. И чё, можем только наблюдать, что ли? Можем наверняка только наблюдать. Это печально, смотри, гонится за ней. Офигеть, Пигги. Да вы что, Пигги. Всех валят на пролом просто. Всех, абсолютно. Так, и что? Тут кто-то ползет. Кейкот пишет. Девчуля какая-то интересная. Так. Ну окей, мы смотрим. Смотрим. Опа, Пигги. Пигги, Пигги, Пигги. Мне нужно это запечатлить. Смотри, Пигги там у нас. Ну это прям опытный игрок, слушай. Шпилит на изи. А я туда не могу пролазить. Смотри, обманула бабку. Обманула бабку. Точнее, свинью. Бабку-свинью, Пигги. Я играл и в Грейни. У меня больше 80 роликов на канале именно про Грейни. А я играл в мод Грейни Пигги, но в Пигги оригинальную я еще не играл. Опа, смотри. Это и на превьюшку пойдет. А-ха-ха, Пигги, ты чё? Сходи в фитнес-клуб. Так, второй этаж. Ну, локация похожа на Грейни, но это все же что-то они тут свое сделали. Много чего здесь сделано своего. Так, и чё? И чё, и чё, и чё? По доске. Бабуля. Опа. Опа. Опарики, опарики. Интересный вообще игрок. Просто профи. Смотри, шестеренки тут. Изично. Играет как профессионал. Там же бабка. Кого-то ловит, нет? Так, еще одни шестереночки вставляют сейчас. Так, что там открылось? Ага, это поднялось или нет? Что-то где-то открылось. Интересно. Мы смотрим, наблюдаем. Наблюдаем. Все! Сбежала. Блин. А я даже не мог. Тут есть несколько тактик, ребят. Либо ты просто берешь и где-то ныкаешься. И все. А что ты заглючил у меня? Все, мы начинаем. Вот я. Вот тут еще кто-то. Так, пигибот. Окей, пигибот, так пигибот. А это был бот? Серьезно? Ты думаешь, что он так тупил? Я думаю, что он такой тупой. Окей. То, что я не могу как-то в люке эти лазить, это, конечно, печально.
Музон прям. Так, давайте глава 1. Я так ее и не прошу. А хотя давайте глава 2. Мы на главе 1 поиграли. Давайте глава 2. Ребят, давайте, 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 давайте. Chapter 2. Все, что ли, никто? Ха-ха, я за Chapter 2, они не проголосовали. Так, ну я за бота. Я не знаю, мне что-то бот как-то легче. Легче. Хотя, может, то был и игрок. Непонятно, я за бота. Не хочется мне играть. Так, и чё? Кто же будет Пигги? Ага, девчуля, это будет Пигги. Мы узнали, что она просто играет как профи. Поэтому... О, смотри. Так. Hello, ага. Чё-то спрашивает. Такой у меня скин интересный. Опа. Ага, какие-то звуки здесь. Внимание, что-то там еще. Ну ладно. Это дело такое, это же предыстория. Все, мы начинаем. Опа. Интересные чебуреки. Очень даже интересные. Так, что у нас здесь? Здесь у нас тоже много... Что? Интересно. Так, это не открывается. Тут у нас закрыто все. Подвал. Бабка, по-моему, там спавнится. Я туда идти не буду. Тут камеры какие-то. Так, я... Взял красный ключ, ура! Хоть что-то у меня есть в руках. У меня такой скин такого богача, да, такого рэпера, можно даже сказать, какого-то такого пафосного мужика. Вот такой вот. Тун-тун-тун-тун-тун. Так, сюда ничего не нужно. Очень напоминает мне локацию из The Twins. Возможно, я этого не отрицаю, что даже разработчики Грэнни поиграли в Пигги и решили сделать... The Twins, которые как раз-таки очень похожи на Грэнни. Точнее, на Пигги. Вот. Ну, тут у нас молоточек есть, а я хочу юзануть красный ключ. Мне очень страшно ходить по комнатам, я вообще... Ладно, я шучу, мне не страшно, честно говоря. Это просто игра. Не надо это забывать, а то многие люди очень боятся играть в хоррор-игры. О, привет. О! Он плохой был. Да что же это такое, в конце концов? Он АФК. Я к нему подошел и просто умер. Я думал, это какой-то чудик, типа. Понятно. Уходим, ребят. Уходим отсюда. Ливаем. Или как? Ну, давайте ливаем, да. Печалька. Так, очень печально. Еще раз давайте. Блин, ну что-то как-то я совсем лох. Ну как, подойти просто к АФКшнику? Вплотную? Так, это уже, я надеюсь, другой сервер, нет? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Топ! Что это за дичь? Серьезно? Давайте за этой девочкой посмотрим. Она тут в уголке себе сидит. О, исчезла. Нормуль вообще. Так, этот что тут делает? Непонятливый. Я один. Следующий раунд. Скин золото Пигги есть только у админа. Так... Давайте напишем «нет». Ты не один. Нет. Вроде бы он не один. Или... Да, он не один. Поэтому вот так вот. Ну тут вообще какие-то профи играют, я вам скажу. Я в Пигги не умею играть. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Я думал, что это типа из этих. Видите, вот, например, этот чувак. Как его, собака какая-то. Вот. Я думал, что тот тоже был мирный. Я хотел к нему подойти, а он оказался Пигги. А он оказался Пигги. Так, что это за круговорот? Опа.
Вырубил на 20 секунд. Прикольно сделано. Кстати, такого я еще ни в одном хорроре не видел. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Тун-тун. Спрыгнул. Чебурек, ничего себе, у тебя скин вообще такой навороченный весь. Весь такой. Интересно, так. Опа. Опа-опа-опа, смотри, как. Как ее запутал. Жесть. Тун-турун. Тун-тун-тун. Тун-тун-турун. Офигеть, ничего себе они играют. Может мне просто где-то АФК стоять, сидеть, прятаться. Ну, а то я не знаю. Не знаю, они, смотри, как играют вообще. Топово. Что это у тебя в руках? Какое-то яйцо, что ли, несет? Еще хочет костей. А ты не охреневший, Дэнни? Или как там тебя зовут? Я уже не помню, честно. Я свинку Пеппу не смотрел. Если смотрел, то очень мало. И только тесты на психику. Так. Тун-турун-тун. Тун-турун-турун. Опа, поймала. Ну все, гейм овер. Печалька, прям поджидала. Это, конечно, это печально. Ну что, давайте сейчас попробуем сыгрануть. Надеюсь, что все у нас будет хорошо. Все у нас будет нормально. Вот. И мы выиграем. Так. Ну что? Было скучно, но... Пишут в чатик. Пишут. Давайте третью главу. Это мы сейчас на какой играли? Нет, это мы на третьей. Давай четвертая. Четвертая. Все за четвертую, пожалуйста. Мне интересно четвертая, кстати, очень. Но что-то за метро проголосовали. Непонятно. Ну окей, давайте за метро. Я за бот. Хорошо, реальный игрок, так реальный игрок. Если реальный игрок, то давайте я буду играть за него. Давайте, давайте. Опа. Ну, все. И теперь я Пигги. Ага, сейчас. Фигушки тебе, а не Пигги. Так как? О, смотри. Это стоит крольчиха это. Пиратка какая-то. И мы такие стоим. Такой мужчина, видите? Не волнуйся, Банни. Мы выберемся отсюда. Банни зовут. По-моему, ее так и звали в оригинальном. Я не помню. Я админ. Ну тогда, погнали. Мы играем на метро. Так, ниже не спускаемся. Меня прижало. Помогите. А что это такое? Я не понял. Что это за летающие фокусы? Так, о. Я что-то вижу. Я вижу ключ. Куда тебя? Пигги, wake up. Пигги, все, Пигги проснулась. О-о-о-о. Отдыхай, нюхай бебру. Так, все, там Пигги, ребят, проснулась. Поэтому уходите отсюда. Так. Нужно открыть дверь. Убила. Нет, нет, нет. Да что это такое? Она чуть ли не подходит, уже убивает. Так нечестно. Ну что, ребят, мы поиграли в Пигги. Вот такой вот режимчик, не знаю. Нормальный, ненормальный, пишите в комментариях. Но он очень сложный по сравнению с Гренни. Я вообще проходил Гренни 1000 раз. Вот, поэтому такие вот дела. Пигги. Это, конечно, круто, но сложно. На этом все. С вами был я, Дмут Розы. Мы сегодня играли в игру под названием Roblox режим Пигги. Всем удачи, всем пока-пока.